Что-то мне кажется там. А, Волчан! Волчан, иди ко мне! Волчан! Иди ко мне! Ярто фигачит! О! Другую! А, по лапе дала тебе? Все в крови уже. Вон сколько мяса. Правда, мяса много. Волчан, пойди ко мне. Ну что ты, друг мой сердечный. А? Молодец. Опять не отталкиваешься от меня, вольный казак. Ярто фигачит. О, демоны. Я чувствую, кто-то ворует у меня из машины что-то. Да? Ух, какая она. Златкина и кобеля. И это, вся в край. Вы извозились, дрались. Куда ж ты тянешь-то ее? Давай растерим, пока свежие. Мяса полно. Молчан, в Новгород поедешь? Помогать там людям охотиться. Кабан тебя больше интересует. Я понял. Вы долго все заработали в чепыжнике в этом. Еще вторая такая есть. Пусть дербанит. Волчан, в куматозе. Может, передышал крови, не знаю. Столько мяса ехал. Дуреет. Щенки. Скажи, твоими пакетами куда их снимать? Да, я в морг их буду ложить, в прицеп. Вот сюда пока складывай, да? Нет, заход в прицеп сзади. Володь, если можно, два шага дальше. Эту шкуру сюда, Володь, вниз, прямо около капота, около капота. А пакеты около входа в прицеп сзади. Можно, если так столбиком поставить? Около прицепа, ну, сзади вход. А что, легкая вы? А, ну, отдельно лежал. Да. Это желудок тоже около прицепа. Сюда, говорю, легкая? Да, да, кинь туда. За это. Хоть несколько дней они на крови хоть побудут. О, тебе осталось, да? Это ухо я потом кинь пока в сторону. Мне два ухо, куху туда. Вот. Михалыч, куху вон туда, к стенке. Блядь, лыжи все в крови. Сюда. Да, да. И голову туда же. И все, рук пока здесь, и одна ляжка остается. А, там что? А, нет, или что там? Нет. Ау, молча. Ну что ты? Ты что такой загружен? Устал? Поплавали, а что? Так, белку не выпущу. Никак, заклинил его. С кровью. Вот демоны-то. Бел, тебя выпущу, ты более лояльная. Вон кобель ушел к воротам. Как улямбу откладывать. Ой. Сейчас YouTube закрою даже. Ну что ты, якутка? Бел. Белкунь. Белкуня. Белкуня. Да в машине пусть будет. Бел, иди ко мне. Бел. Белкунь, иди на шкуру. Иди ко мне. Иди, Бел. Бел, вот, погрызи. Бел. Погрызи. Ну какая дерзкая сука-то. Златкина. Во фигачу, только шум стоит. Да, да. И ты там. Михалыч. А подтащи черный пакет тоже сюда поближе, мы его, я его расстелю. Он черный. Да, я большим дам, пусть они его, может, не подерутся. Сюда на площадочку, я здесь не чищу снег. Либо вот за эту шкуру вывалим. Пусть занимаются. Во,
Не все же, я тоже прорабом, прорабом побуду. О, пусть палок, потом я на приваду, на куни. Демоны, блядь. Вон сколько мяса. Бел, этот вал. Во, одеяло. Потягайте. Точно YouTube не пропустит. Ну и ладно, бог с ним. Сука вообще дерзкая. Сука дерзкая вообще. Златкина. Демон какой-то. Они к мамке. Помладше. Скулят, рычат, мурчат. Хорошо, белка работает. Блин, вы сейчас передеретесь. Сейчас они поработают. Вкусняшки с охоты. Ярко тягает. Молодцы, молодцы. Все как будто знают, понимают. Все заложено в генетике. Но Златкин это вообще бомбическая штучка. О, вот где... как ловко они снимают, прям чистая шкура остается. Ага. Ярто отнимает у матери. Злат, бел. Все. Ну тянет она и тянет. Снимайте по этот. Хорошо, обрезали это, вам оставили специально. Снегопад. Все по лицензии у нас, все официально. Так что. О-о-о. Пойте, пойте. Так, Златку. Терминатор. Так, чес уже ела. Кобели, наверное, не. Златку сейчас. Под каюр, все будет. Не ссы в компот. Давай я его закрою. Вот чем, каша вечером. Ты молодец, все. С Чезой чипыжники кабана поработали. Долго, 40 минут, ну не мог я до вас дойти километр. Злат, иди. Злат, иди. Только на другую шкуру иди. Злат. Злата. Злата. Злат, иди. Злат, иди ко мне. Злата. Злат, иди ко мне. Вот, позанимайся. Позанимайся. Тоже лояльно. Сейчас сначала все обнюхает. Сейчас мясо надыбает. Кабану. Больше. Ешь, ешь, ешь. Зла. Ешь. Мяса много. Ешь. Злат, куда? Не надо никуда тащить. Злат, ешь так. О, белка вон четко работает. И выгрызает, поднимает. О. Не голодные. О, снимайтесь. Ешьте, вкусняшки. Пир у вас перед новогодний. Ну, сук, тянут. Молодцы. Ярто. Хвостом виляет, знает уже кличку. Вот зачем? Зачем ты к ней идешь отнимать? О, какой характер у Златкиной. Посмотрите, а? Демон. Злат. Злата. Пойду, не дай бог. Белка уже шустро подчистила шкуру.
Сами ищите кусков мяса, посмотрите, сколько. Работаете. Разрабатывайте челюсти. Очистите, я потом выкину все. Какая и кобель ей пофигу. Вот дерзкая сука, кому-то достанется. Это же вообще класс. Вот единственная сука, которая осталась. Мне тут свободная. Смотри, что она делает. Злат! Так, ладно. Ох, какая. Ох, заранее. Да. Есть порох в пороховницах. Писаем? Писаем. Ох, какая ты. Все, владычица. О, кобеляки. Не зевай, Каюр, я слышу все. Все нормально. Сейчас отвернешься и все кирдык. Так, вы меня там не обделяйте? Обязательно. Блять. Вы там спились, нахуй, ёпарсете. Сейчас, небось, заговор против меня готовите. Давай Юрке чуть-чуть положим. Ага, вы специально одну кучку сделаете поменьше. И на нее покажете, нахуй. Злат. Ярто с тобой. Охота прошла удачно. Двух быков взяли. Не знаю, соберемся мы еще или нет, но, короче, вкусняшки есть с лайком, щенкам. Крови напробуются. Желудки сырьем буду давать. Но это 2 дня, и желудков нет. Ну вот, кашу можно не варить пару дней. Но каша сварена. Вот сейчас вот. Не, заблокировать, наверное, этот. Может, пропустит только, все снимет все эти. О, якут. Дербанит. Тянет шкуру. Поддурели. Особенно Златкина сука вообще зубы рухнула. Но эти тоже не промах-то. У этой страха у ярты вообще нету. Она идет вообще к чужой суке. А, лапа. Минус 10 на улице. Злат, че ты? Пойди ко мне. Я лапу тебе почищу. Иди ко мне. Злата, пойди ко мне. Пойди, дай мне вот эту лапу. Все, иди. Злат, прекращай тянуть одеяло на себя. Я для всех привез, а не только тебе. Злата, блядь, ты что ж такое делаешь-то? Все тянет куда-то, ей надо утащить. Занимайся спокойно. Вон сколько мяса. Лопата там стоит. Снеговая. Ну, Златкина пришла. Ютуб не пропусти, в соцсети кину. О, пришла на большое мясо. Да, есть большие куски. Вон ярто фигачит мясо, отрывает со шкуры. Злат. Ладно, руки мерзнут, пойду я там ребятам помогать. Лишь бы только не было их тут возни. Все, пальцы отмерзают. Все, всем пока.